все самоуправления стараются внести какой-то свой вклад в грядущее празднование юбилея Эстонской Республики. Не отстает от других и город Кохтла-Ярве. Службе развития городского управления подготовлен проект парка «100 дубов», который будет приурочен к столетней годовщине республики. Соответственно, был подготовлен также и план выпилки уже существующих деревьев и очистки территории, ведь, по словам вице-мэра Дениса Вершинина, чтобы что-то посадить, надо предварительно что-то срубить, чтобы очистить территорию. Городское управление нашло такие средства для того, чтобы произвести данные работы. Сейчас идет активная фаза выпилки и корчевания пней в Вахтминской части города, где рассчитан этот парк 100 дубов. И в ближайшее время данные работы будут завершены. Пни выкорчеваны, остатки деревьев будут вывезены, то есть территория будет, в принципе, приведена более-менее в порядок для того, чтобы в дальнейшем произвести те необходимые работы, чтобы на этом месте появился тот парк, который запланирован городским управлением. Новый парк 100 дубов должен будет появиться в Вахтме, в районе центральной больницы. Территория, которую он будет занимать, достаточно большая и нуждается в подготовительных работах, которые на данный момент еще продолжаются.